чем. А хорошо, Саркис, все, хорошего тебе дня. Спасибо. По-прежнему нуждаюсь в няне, Саркис. Если что. Подпожилисто, ребят. Что там написано, не понимаю. Рен, спасибо за подписку. Не больше, чем у тебя. Ну, знаешь ли, не знаю, не знаю. У меня они небольшие, неправда. Не наговаривайте. Насчет няня понял, блин. Мистер нянь. Дашь ли за это твою киску? Блядь, надо у киски спросить. Киска тут где-то бегает на улице. Надо поискать. Я у нее спрошу. Баньте их по-братски. Саныч, привет, привет. Привет, киска. Свободен. Нормально, Саныч, хорошо. До скорой встречи. Все, Саркис, пока. Пока-пока. Забегай. Блин, ну если я хочу себе сиськи сделать, понятно, что они у меня небольшие. И не по уменьшению. Нет, хотя опять же. Смотря какие. То есть они бывают настолько некрасивые, неестественные, что я такие не хочу. Я хочу красивые. Ты будешь делать. Может, когда-нибудь сделаю. Я думаю, что когда-нибудь я их сделаю все равно. Классная песня. Детка, go, я за рулем с тобой. Хочешь красивые, оставь их. Блин, ну просто когда делают, типа, знаете, они бывают, опять же, они бывают разные. Есть доктора, которые делают их под естественно. Но опять же, это может желание клиента. А есть такие просто, ну, шарики. Мне такое не нравится. Шарики, как будто туда там что-то запихнули такое. Короче, неестественно, не нравится мне. Тем более мне сиськи нравятся, когда они близко друг к другу расположены. А не когда они там, бля, одна в одной стороне, другая в другой стороне. Мне такое тоже не нравится. Типа, оденешь что-то открытое, да, грудь будет красивая, она будет стоячая, все будет хорошо, но, блин, тити будут вообще в разных сторонах друг от друга. То есть мне нравится, когда все-таки они ближе. У меня кривой, я не парюсь. А поравнять нельзя? Покажи сиську. А ты мне покажи свою пыску. Давай бартер. Я из Беларуси. Алиса, назад. Я еще хочу эту песню послушать. Зачем? Ну, правильно. Главное умение им пользоваться. Какой он там, бля, кривой, ровный, неважно. Ты так супер. Блин, вы не понимаете женских желаний? Так случилось, так надо, а вы лезете везде. Девочки,
муж, как бы мужчине не обязательно быть красивым, не обязательно быть идеальным. Даже мужчине, наверное, ну, можно быть чуть красивее обезьяны, но главное, чтобы он был мужиком. Вот. А женщины, мне кажется, они по факту должны быть красивыми, идеальными. Это как-то, ну, вот завелось там. Уроды себя. Не, я себя уродовать не собираюсь. Хотелось бы просто себе сделать чуточку лучше. Я ж помните, я вам рассказывала, как девчонки делают себе бороду. Вот такую, вот реально, вот такую. И она как у Бабы Яги. То есть они ее сужают, и она вот такая. Она становится длинная, такая узкая-узкая. Когда она поворачивается в профиль, это выглядит очень страшно, короче. Мне такое не нравится. Это трэш. Это реально трэш. Они этого даже не замечают, насколько они себя портят. А у вас прям фетиш, бабы, сложно быть, надо женщины. Ну почему у каждой девочки после родов портится форма груди? Это нормально. И, ну, каждая хочет себе красивую грудь, потому что когда ты носишь открытые вещи, каждая хочет, чтобы она выглядела красиво. Привет, моя, ты откуда? Прости, моя, случайно. А, привет, я из Беларуси. Я так думаю, привет, моя, думаю, ничего себе, сразу так. Кстати, да, я честно удивляюсь немножко внешности девочкам. У тебя испортилось? Да, испортилось. Она подвисает в любом случае. Когда она молоденькая, красивенькая, она стоит. А когда ты рожаешь, она немножко фуф. Ну, хуже, когда бывают там вообще прям на живот падает, там, не знаю, ушки спаниели. То есть там реально, там девчонки без лифчиков ходить не могут. То есть обязательно нужен бюстгальтер. У меня, слава богу, такого нет. Я могу себе позволить ходить без него. А смотрите сериалы? Мы тебе такое сделали? Срок верхний завет. Нахерачите себе. Смотрите, как я смотрела красивого, успешного мужчину, то есть ему задавали вопросы, то есть как вы относитесь к тому, когда там женщина делает себе там грудь и все остальное. По поводу груди он сказал, что, безусловно, мне нравится естественная грудь, то есть он силиконовые сиськи не приветствует, потому что ему не нравится силиконовая грудь, она на ощупь, ну, не вызывает никаких эмоций, то есть это просто резина, да, на взгляд она эффектно красива. В жизни, когда ты ее трогаешь, она не вызывает ничего, абсолютно ничего. Вот, но он сказал, то есть, если бы моя женщина захотела бы такое сделать, я бы на это согласился, потому что важно,